Команду Вологодской области представляли 9 устюжан. Все спортсмены показали красивые и зрелищные бои. 7 человек из 9 были удостоены заслуженных наград. Все это результат усиленных и ежедневных тренировок. Многие из ребят учатся в школе, но им удается совмещать спорт и учебу. Мне не мешает учебе. Я занимаюсь 2-3 тренировки в день. По 2 часа. Более 300 спортсменов. 3 дня борьбы и в копилке устюжан 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Сейчас ребята вспоминают те дни уже с улыбкой. Самый сложный бой был это первый. Со мной вышел боец из Ленинградской области. С ним я достойно сражался и в конце сделал победную серию и выиграл. Разминка, отработка ударов, физическая подготовка. Матвей Владимиров, тренер ребят, никогда не остается в стороне. Он всегда подбадривает спортсменов, вместе с ними занимается и показывает отличный результат на своем примере. Ребята достаточно спокойные, не проявляют никакой агрессии. Ну, постоянно у них дисциплина на высоком уровне. То есть они приходят в зал и знают свою работу. То есть они приходят сюда, ну, выкладываться на все 100-200%. Они постоянно на тренировках пашут, все, они отсюда, можно сказать, выползают, но все силы, всю энергию свою, весь какой-то негатив, который у них, может быть, накопился где-то, они оставляют в зале. Сейчас Дмитрий Осколков и Исаак Мурадов готовятся к первенству России по рукопашному бою, который пройдет в городе Курск. Соревнования должны были пройти на прошлой неделе, но были перенесены на неопределенный срок. У наших ребят есть возможность еще лучше подготовиться и достойно представить свою малую родину. Алена Белозерцева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».